Вот, ну, select, то есть после слова select, ключевого слова select, мы указываем поля, которые нам надо вытащить. Если нам надо вытащить прям все, мы указываем звездочка, select звездочка. From, после ключевого слова from указываем название таблички, откуда все тянется. Students, если это студенты, то пишем students. Если это там customers, потребители, да, там пишем customers, клиенты и так далее, покупатели. Where, после where ставим условие, и, допустим, нам надо как-то еще вот отсортировать. То есть мы видим, да, вот здесь Barrett, потом буква R идет сразу, буква G, M, то есть, ну, в разброс все идет, в разнобой, и это как, ну, никак не отсортировано. А, допустим, мы хотим отсортировать по first name. Для этого используется ключевое слово order by. Order by. И вот у нас будет order by по first name. First name. Так, это мы уберем. А вот этот запрос мы запустим. И вот мы видим теперь по first name он order by. Идет сортировка. Bird, G, M, Ulrich. Так, between. Теперь уберем. Ну да, давайте рассмотрим такую ситуацию. К нам в аналитический отдел забегает Северус Снейп и говорит, что кто-то из студентов спер у него шампунь. И вот надо вот выяснить, причем такой специализированный от жирных волос. Select from students, то есть условие какое будет. Ну, доступ к подземелье есть только у слизеринцев, и нам надо искать именно, чтобы house был слизерин. То есть факультет это house. Пишем слизерин. И вот он педант, чтобы все названия, все имена должны быть отсортированы по first name, да, то есть ему надо получить имя и фамилия. То есть он запрашивает у нас first name и last name. Students. Запускаем. И вот это список house, который вот учится в Слизерине. Всего 240 список. И вот мы видим, наш список отсортирован по first name. Если надо и first name, и по last name, то еще можно дописать, в принципе, last name. То есть он по first name. И если вот совпадение есть, то он еще будет отсортировать и сортировать по второму. Иногда используют числительные, то есть если order by 1 ставим, то есть это вот по первому столбцу. Но так делать как бы не рекомендуется, если иногда может как бы здесь порядок измениться, тогда все в разнобой пойдет. То есть лучше указывать order by всегда явно. Это order by, если вы уже прям уверены, что запрос такой статичный и не будет меняться. Мы видим, что идет уже по алфавиту, то есть вот. И этот список мы затем выгружаем, распечатываем, передаем Северусу Снейпу, и он идет искать, кто у него спер шампунь. Слизерин. И вот это то же самое, что если бы мы написали бы ascending. AS. То есть ascending. То есть по увеличиванию, да? Не по убыванию, а по увеличению. Ascending. Если наоборот descending, да, то есть по алфавиту, то есть он взял этот список. То есть начал искать, там выяснять, там шмонать. У кого что есть, там дошел до сотого, да, допустим, и вот ему уже захотелось с конца. Он обратно приходит к нам в отдел и говорит, вы мне распечатали вот тот же самый список, только чтобы теперь с конца, то есть развернуть его descending. Это ascending, то есть оно по умолчанию, если мы не устанавливаем порядок сортировки, то он ascending по увеличению устанавливается. А если нам надо его развернуть, то мы пишем descending. Ой, S забыл. Descending. Это ascending, теперь descending мы ищем. И descending, смотрите, теперь с конца Z. Zeta, Zebulon, Yuma и так далее. Вот мы ему тот же самый список. Ну, теперь, чтобы он там с конца, у него там интуиция, что вот кто-то вот с конца теперь. И вот он его развернул и вот начал искать по вот этим вот значениям. Вот так вот можно разворачивать списки. Это то же самое, что и по ID, например. Например, сортировать по ID. У нас есть список студентов, и вот там у них вот ID, если
А есть Слизерин, то эти ID будут выходить в порядке сортировки. То есть вот 16, после 16 идет 21, 24. То есть мы видим упорядоченность, да? Вот по возрастанию идет. Да, возрастание, слово такое я забыл. По возрастанию. Order by, вот это по возрастанию. Теперь по убыванию хотим. Desk, descending. По убыванию, смотрите, 1000. И вот пошли ID-шки, вот эти значения вниз по убыванию. 16. И, ну, естественно, те, кто не Слизерин, он исключил. Если мы еще хаос добавим, то можем увидеть, что он вытащил только слизеринцев. Да? То есть в подземелье к Снейпу доступ имеют только слизеринцы. Или же не только Слизерин, да, тогда мы используем in. Ну, допустим, стало известно, что гриффиндорцы пьют оборотное зелье и тоже проходят в подземелье слизеринцев. Поэтому еще и гриффиндор. Вот так. Тогда теперь количество увеличилось. То есть здесь и Слизерин, и гриффиндор получается. Но список, он отсортирован по ID-шкам. А если мы хотим, чтобы он был отсортирован не по уменьшению, а по увеличиванию, то по возрастанию, то пишем вот first name сюда. И вот теперь видим, с буквы А начинается и идет по алфавиту.